Всем привет! Сегодня буду вязать такие тапочки-слитки. Для тапочек я использовала акрил 100% 315 метров на 100 грамм и спицы номер 3. Сначала вяжем одним полотном боковины и мысок тапочек. Начинаем вязать одну боковину, дальше мысок и вторую боковину. Потом вяжем подошву и задник тапочек. На спице белой ниткой набрала 23 петли. Первых 64 ряда буду вязать узором. Вяжем первый ряд. Первая петля кромочная и до конца ряда провязываем лицевыми петлями. Второй ряд. Первая петля кромочная и дальше вяжем раппорт узора. Одну петлю снимаем не провязанной, нить за работой. Одна петля лицевая. Провязала раппорт узора и снова повторяем. Одну петлю снимаем не провязанной, нить за работой, одна петля лицевая. Провязала второй раз раппорт. И по такой схеме вяжем до конца ряда. Третий ряд. Первая петля кромочная и до конца ряда вяжем лицевыми петлями. Четвертый ряд. Первая петля кромочная. Дальше вяжем раппорт узора. Одна петля лицевая. Одну петлю снимаем не провязанной, нить за работой. Провязала раппорт узора и снова повторяем лицевая. Одну петлю снимаем не провязанной, нить за работой. Провязала второй раз раппорт. И по такой схеме продолжаем вязать до конца ряда. Провязала первые 4 ряда. Следующие 60 рядов буду вязать так, как вязала предыдущих 4 ряда, повторяя схему из 1 по 4 ряд. Провязала еще 60 рядов. Это одна боковина тапочек. Дальше будем вязать мысок. Мысок вяжется платочной вязкой. Лицевые и изнаночные ряды будем провязывать лицевыми петлями. Будем вязать разноцветным узором. Вяжем первый ряд мыска. Первая петля кромочная и 11 петель провязываем белой ниткой. Вяжем лицевыми петлями. Провязала 11 петель белой ниткой. Следующие 11 петель до конца ряда вяжем зеленой ниткой. Первые 10 петель провязываем лицевыми петлями. И последняя петля кромочная изнаночной петлей. Провязала первый ряд мыска. Второй ряд мыска вяжем так. Первые 11 петель провязываем зеленой ниткой. Первая петля кромочная и 10 петель лицевых провязываем зеленой ниткой. Дальше следующие 10 петель провязываем белой ниткой лицевыми петлями. Последняя петля кромочная изнаночной петлей. Провязала второй ряд. Третий ряд. Первая петля кромочная. 12 петель провязываем белой ниткой. Вяжем лицевыми петлями белой ниткой.
Следующие 8 петель провязываем зеленой ниткой. Вяжем лицевыми петлями зеленой ниткой. Провязала третий ряд мыска. Последние 2 петли не провязываем. Разворачиваем и вяжем четвертый ряд. Первые 8 петель провязываем зеленой ниткой. И 13 петель провязываем белой ниткой. Пятый ряд, первая петля кромочная, 9 петель белой ниткой, 9 петель провязываем зеленой ниткой. Провязала пятый ряд. На левой спице у нас остается 4 петли. Разворачиваем и вяжем шестой ряд. Первые 9 петель провязываем зеленой ниткой. И до конца ряда следующие 10 петель провязываем белой ниткой. Провязала шестой ряд мыска. Седьмой ряд. Первая петля кромочная. 10 петель белой ниткой. Следующие 6 петель провязываем зеленой ниткой. Провязала седьмой ряд. На левой спице осталось 6 петель. Разворачиваем и вяжем восьмой ряд. Первые 6 петель провязываем зеленой ниткой. И до конца ряда 11 петель провязываем белой ниткой. Провязала восьмой ряд. Девятый ряд. Первая петля кромочная, 7 петель провязываем белой ниткой, и 7 петель провязываем зеленой ниткой. На левой спице осталось 8 петель. Провязала 9 ряд. Разворачиваем, вяжем 10 ряд. Первые 7 петель провязываем зеленой ниткой. И следующие 8 петель провязываем белой ниткой. 11 ряд. Первая петля кромочная и 8 петель провязываем белой ниткой. И 4 петли провязываем зеленой ниткой. Провязала 11 ряд. На левой спице у меня осталось 10 петель. Разворачиваем и вяжем 12 ряд. Первые 4 петли провязываем зеленой ниткой. И
И следующие 9 петель провязываем белой ниткой. Тринадцатый ряд. Первая петля кромочная. 5 петель белой ниткой. Следующие 5 петель провязываем зеленой ниткой. Провязала 13 ряд. На левой спице у меня осталось 12 петель. Разворачиваем и вяжем 14 ряд. Первые 5 петель провязываем зеленой ниткой. И следующие 6 петель провязываем белой ниткой. Пятнадцатый ряд. Первая петля кромочная и 6 петель провязываем белой ниткой. Следующие 2 петли провязываем зеленой ниткой. Провязала 15 ряд. На левой спице у меня осталось 14 петель. Разворачиваем и вяжем 16 ряд. Первые 2 петли провязываем зеленой ниткой. И следующие 7 петель вяжем белой ниткой. Семнадцатый ряд. Первая петля кромочная. 4 петли провязываем белой ниткой. И следующие 18 петель провязываем зеленой ниткой. Вяжем до конца ряда. В этом ряду провязываем все 23 петли. Провязала 17 ряд. 18 ряд. Первая петля кромочная. И 17 петель вяжем зеленой ниткой. Следующие 5 петель последние вяжем белой ниткой. Провязала 18 ряд. 19 ряд. Провязываем все 23 петли белой ниткой. Провязываем все петли белой ниткой. Провязала 19 ряд, 20 ряд, провязываем все петли лицевыми петлями белой ниткой. Первая петля кромочная и до конца ряда вяжем белой ниткой. 21 ряд вяжем, первая петля кромочная и 7 петель вяжем белой ниткой. Следующие 3 петли провязываем сиреневой ниткой. Провязала 21 ряд. Разворачиваем
Вяжем 22 ряд. Первые 3 петли провязывай сиреневой ниткой. И следующие 8 петель провязываем белой ниткой. Двадцать третий ряд. Первая петля кромочная, 6 петель провязываем белой ниткой. Следующие 5 петель провязываем сиреневой ниткой. И 2 петли провязываем розовой ниткой. Провязала 23 ряд. Разворачиваем. Вяжем 24 ряд. 2 петли провязываем розовой ниткой. 5 петель провязываем сиреневой ниткой. И последние 7 петель до конца ряда провязываем белой ниткой. 25 ряд вяжем. Первая петля кромочная. 5 петель белой ниткой. Следующие 5 петель вяжем сиреневой ниткой. Следующие 5 петель вяжем розовой ниткой. И 5 петель провязываем зеленой ниткой. Провязала 25 ряд. Разворачиваем, вяжем 26 ряд. 5 петель зеленой ниткой. Следующие 5 петель провязываем розовой ниткой. Пять петель сиреневой ниткой. Последние 6 петель провязываем белой ниткой. Провязала 26 ряд. 27 ряд. Вяжем первая петля кромочная, 6 петель белой ниткой. Пять петель вяжем сиреневой ниткой. И 2 петли вяжем розовой ниткой. Провязала 27 ряд. Разворачиваем и вяжем 28 ряд. 2 петли вяжем розовой ниткой. Пять петель вяжем сиреневой ниткой.
И до конца ряда 7 петель вяжем белой ниткой. Двадцать девятый ряд. Первая петля кромочная. 7 петель вяжем белой ниткой. И 3 петли провязываем сиреневой ниткой. Провязала 29 ряд. Разворачиваем. Вяжем 30 ряд. 3 петли провязываем сиреневой ниткой. И до конца ряда последние 8 петель вяжем белой ниткой. Провязала 30 ряд. Провязала 30 рядов мыска. Следующие 68 рядов будем вязать платочной вязкой лицевые и изнаночные ряды, провязывать лицевыми петлями по схеме. Провязала еще 68 рядов мыска. Вместе у меня 98 рядов. Мысок готов. Дальше вяжем вторую боковину. Вязать ее будем узором таким, как вязали первую боковину, белой ниткой. Вяжем первый ряд второй боковины. Первая петля кромочная и до конца ряда вяжем лицевыми петлями. Второй ряд. Первая петля кромочная и дальше вяжем раппорт узора. Одну петлю снимаем не провязанной, нить за работой, одна петля лицевая. Провязала раппорт и снова повторяем. Одну петлю снимаем не провязанной, нить за работой, одна петля лицевая. Провязала второй раз раппорт и так вяжем до конца ряда. Одну петлю снимаем, одна лицевая. Третий ряд второй боковины вяжем. Первая петля кромочная и до конца ряда вяжем лицевыми петлями. Четвертый ряд. Первая петля кромочная и дальше вяжем раппорт. Одна петля лицевая, одну петлю снимаем не провязанной, нить за работой. Провязала раппорт и снова повторяем. Одна петля лицевая, одну петлю снимаем не провязанной, нить за работой. Провязала второй раз раппорт. И по такой схеме вяжем до конца ряда. Лицевая, одну петлю снимаем. Лицевая, одну петлю снимаем. Провязала 4 ряда второй боковины. Следующие 60 рядов вяжем так, как вязали предыдущие 4 ряда, повторяя схему из 1 по 4 ряд. Провязала еще 60 рядов второй боковины, закрываем все петли и вторая боковина готова. Закрыла все петли. Вот такое полотно для тапочек у меня получилось. Дальше вяжем подошву из задних тапочек. Вязать задник и подошву тапочек буду белой ниткой. Для этого, начиная с этого угла, вот так и по нижнему краю, и к этой точке набираем петли.
Набрала по краю петли, у меня вышло 156 петель, и первый ряд провязываем все петли лицевыми петлями. Первая петля кромочная, и до конца ряда вяжем лицевыми петлями. Провязала один ряд лицевыми петлями. Следующий ряд вяжем так. Первая петля кромочная и 72 петли провязываем лицевыми петлями. Провязала первые 73 петли. На следующих центральных 10 петлях буду вязать подошву. Вяжем первый ряд подошвы. 9 петель лицевых, 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязала первый ряд подошвы. Второй ряд. Первая петля кромочная, 8 петель лицевых. Следующие 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала второй ряд подошвы. Третий ряд. Первая петля кромочная, 8 петель лицевых. Следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Разворачиваем. Четвертый ряд. Первая петля кромочная, 8 петель лицевых. И следующие 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала четвертый ряд подошвы. Провязала 4 ряда подошвы. Следующих 94 ряда буду вязать так, как вязала предыдущих 2 ряда. Лицевые ряды провязываем кромочные, 8 петель лицевых и 2 петли вместе изнаночной. Изнаночные ряды провязываем кромочные, 8 петель лицевых и 2 петли вместе лицевой петлей. Вяжем до тех пор, пока не останется на спицах центральных 10 петель и с обеих сторон по 24 петли. Пока на спицах не останется 58 петель. Провязала еще 94 ряда подошвы. Вяжем следующий ряд, 99. Первая петля кромочная, 7 петель лицевых. Следующие 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Разворачиваем, вяжем сотый ряд. Первая петля кромочная, 6 петель лицевых. Следующие 3 петли провязываем вместе лицевой петлей. Разворачиваем. Следующий 101 ряд вяжем. Первая петля кромочная, 5 петель лицевых. Следующие 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Разворачиваем. 102 ряд, первая петля кромочная, 4 петли лицевые, следующие 3 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала 102 ряд. Теперь подошва у нас готова, дальше будем вязать задник. Задник будем вязать узором, таким как вязали боковины тапочек. Вяжем первый ряд задником.
Первая петля кромочная, 4 петли лицевые. Следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязала первый ряд. Второй ряд. Первая петля кромочная, дальше вяжем узор. Одну петлю снимаем не провязанной нить за работы, 1 петля лицевая. Одну петлю снимаем не провязанной нить за работы, 1 петля лицевая. И следующие 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала второй ряд. Третий ряд. Первая петля кромочная, 4 петли лицевые. Следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязала третий ряд. Четвертый ряд. Первая петля кромочная. Дальше вяжем 1 петля лицевая. Одну петлю снимаем не провязанной нить за работой. Снова 1 петля лицевая. Одну петлю снимаем не провязанной нить за работой. И 2 петли вместе лицевой петлей. Провязала четвертый ряд. Так продолжаем до тех пор вязать, пока на спицах не останется 6 петель. Повторяем схему из 1 по 4 ряд. Провязала задник. Вот такой задник у меня получился. Теперь закрываем все петли и тапочек готов.